кстати, начинается сезон рыбалки. Сазан начинает брать на кукурузу. Единственный пруд, на который я ездил. Сейчас у нас там мосты поломались. Трасса М4. Дон, юг. И не проедешь. Придется в обход ездить. Ну ладно, будем дорогу пробовать. Так что все на рыбалку. Надо трофейного сазана загарпунировать, вытащить. И если он никому не будет нужен, опустить обратно. Так что золотые денечки настали для рыбаря. Надо этим воспользоваться. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Malakhov.pro. Доброго здоровья и до новых встреч!